Ну и в тот же день мы выезжаем. В Осло мы попадаем вечером накануне дня, когда разыгрывается первенство. Но попасть в Тронгейм мы не можем, ведь последние поезда в Тронгейм уже ушли, а свободного аэроплана найти мы не можем. Они все там, в Тронгейме. Нам приходится удовлетвориться лишь состязанием со слабой рабочей командой. Но времена, которые показывает наша команда, лучше, чем времена на первенстве мира. Газеты спорят, кто выиграл первенство, ну хотя бы морально.